Светлана Левицкая весь рабочий день следит за исправностью шахтного оборудования. Женщина и ее коллеги проводят по много часов в темном цеху, где прислушиваются к железному дыханию оборудования и настраивают его на работу. Труд не из легких, рассказывает Светлана, но у нее есть талант. Она всегда поет, душевно или задорно, под общее настроение. Чтобы достали, жили, чтобы горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Своим мальчишеским свистом, говорит Светлана, она покорила жюри телевизионных проектов. На шоу талантов «Народная зирка» и «Украина моя талант» она прошла несколько этапов кастинга. На одном проекте ей пока отказали, от второго ждет ответа. Но как бы ни сложилось, останавливаться на достигнутом не собирается. Ну, будем надеяться, что дальше какие-то еще будут конкурсы, я обязательно поеду. Буду себя искать где-то. На родной шахте Светлана звезда. Ее приглашают петь на праздниках. В этом году она поздравила сотрудников любимой песней «Девчата, я люблю шахтера». Люблю я, подруженьки милые, веселого парня шахтера. Светлана Левицкая трудится на шахте уже 10 лет. Говорит, хотела быть артисткой, но поступать в театральный ей не разрешил отец. Однако сцена все равно ее нашла. Сейчас в шоу-бизнес уходить не планирует. Участвует в проектах для того, чтобы порадовать своих двоих детей. Александра Христенко, Алексей Костюк, «Панорама».